Стоимость услуг ЖКХ в некоторых регионах России пересмотрят из-за аномально теплой зимы. Об этом сообщили Минстрое. В Госдуме одобрили эту инициативу. В случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика, сообщает Министерство строительства России. Отметим, что цены снизят в регионах, где платежи за отопление начисляются не по общедомовым счетчикам, а равномерно в течение года, основываясь на среднемесячном объеме потребления тепла. То есть верчан сможет рассчитывать на возврат средств, зависит от того, какие приборы учета установлены в их домах. Дополнительную информацию можно будет получить в своей управляющей компании.